И всем привет, с вами Александр, на вас все не играю в редактор Far Cry 5. Сегодня мы играем в пустыне номер один. И, наверное, мы сегодня чем поиграем. Это новый дизайн канала, кто понял, тот понял. Сегодня все по-новому. Здесь можно наблюдать какую-то такую интересную фигню, короче, как ее назвать там. В общем, рамка появилась такая. Там всякие донаты можно донатить, но, в общем, прикольно, ребят. Ладно, перед просмотром этого видеоролика, если верните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А я начинаю. Шторм, погнали, давайте. Так, сразу бежим. Надо не тормозить, надо бежать, бежать, бежать. Сейчас покажу, в чем прикол. А, уже завалили, ладно. Так, валим. Валим. Так, валим. Так. Так, все. По-моему, это все. Всех. Они сбитыми? Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек или кто там? Шесть их. Раз, два. Так, их по-моему, шесть. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их шесть человек, ребят. Все они сбитыми с какими-то палками железными. И я их всех избил. Ладно. Так, тут какой-то, видимо, остров или что такое, я не знаю, какая-то фигня. Так, давайте я все-таки что-нибудь возьму. Давайте эту фигню возьму, она поприкольнее будет. И давайте биту возьму. Мит-атаку. Так, ладно. Смотрите, какой домик прикольный. А что, я могу... Это что такое, трос? Или что такое? Ну-ка. И что такое? И что? В смысле? Прикольно, он танцует, конечно. Ну да ладно. Ну и что? Как дальше? Ладно. О, в смысле, я так круто летаю вообще. Смотрите, прикольный дом такой. Вот я оттуда спрыгнул. Так, а здесь больше, походу, ничего нету. Не, просто тупо остров, смотрите, там... какая-то картинка. Там пустыня, что ли? Ладно, не важно. Убежали? А я не знаю, куда бежать, ребята. Первый раз прохожу эту миссию, я не знаю, куда бежать еще. Так. О, пропали? Да ладно, серьезно. Охренеть. Они пропали, ребят. Ну окей, окей. Побежали. Давайте здесь к вам прибежим. Так, ого, там еще один остров. Так, я думал, это просто какой-то остров. Да. И чё? А в смысле, там сколько воды-то? Лодки никакой нет? Охренеть. Обрыв какой. Это видимо, остров на каком-то... На какой-то горе или... Я не знаю, как это объяснить, короче, какая-то фигня. Что это, трос, что ли? Или что такое? Пальмы вообще красивые, конечно, сделаны. Четко очень даже. Ну да ладно. Да, очень четко, красиво. Так, ладно. Кусты. Так, ладно. Я не знаю, что это. Видимо, если я спрыгну, я не знаю, убьет меня или не убьет. Я не знаю, если честно. Ну давайте попробуем спрыгнуть тогда на этот трос или что это. Я не знаю, что это, ребята. Кто-нибудь скажите, что это мне. Цель уничтожена один. Нет, не уничтожено еще. Ноль человек. Я все перенастроил так, чтобы вам было все-таки как-то видно. Так. Давайте спрыгнем, чё? В смысле? Ого! Во какой остров, ребят. И мы куда-то идем туда. Смотрите. Нас, видимо... Нет, нас не запалили еще. Ладно. Твою мать. Я запалил. Так. Дробовик. Какой там был. Ого, спрыгнул. Хрен тебе. У нас патрон даже есть. Круто вообще. Тихо, блин. Твою мать. Я валю. Тише. Оп. Тихо. Пистолет. Тихо. Патронов нет. Куда бежать-то? Кто мне скажет? Побежали?
Так, одного убил. Меня сейчас завалят, по-моему. Меня завалили, ребят. Так, здесь, походу, нам нужна какая-то тактика, чтобы было все нормально. Так, ладно. Погнали. Еще раз. У нас нифига вообще нету. Так, перепрыгиваем. Тут понятно. А тут из наших только, видать, тетка и мужик, который там валялся. Меня тоже сейчас эти... Меня уже эти парни валят просто, смотрите. Палками. Я не знаю, надо как-то отобрать биту какую-нибудь. Попробуем сейчас, подождите. Так, выпрыгиваем. И давайте опять на тот остров попробуем. О, мужика опять завалили. Так. Так, по-моему, все. Не знаю, брать это или не брать. Но я возьму. Я не знаю зачем. Но все же я возьму, я не знаю зачем. Побежали? Так, все. Здесь все. Все. Я всех убил, тут нифига нету. Так, а что у меня есть? Нет, ни хрена вообще нету. Так, еще раз, давайте. Тихо, осторожно, осторожно. Так, прыгаем. Я думал, я просто разобьюсь об эту фигню. Она же неровная, смотрите. Пальмы как-то странно растут, ну да ладно. Так. Странно, на крыше уже никого нету. Да и меня никто не палит. На. Берем дробовик. И пистолет. Так. Побежали, знаете, куда? Смотрите. Побежали туда. Тихо, 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 тихо. Сейчас запалит же меня. По дороге побежали. А что они делают, смотрите? Они за мной побежали, они знают, что, то, что я там уже. Побежали тогда сюда. В этот дом. Давайте в этот дом забежим. Так. Вот сюда. И давайте здесь попробуем что-нибудь сделать. Да, а в смысле, а где? А где? А, я же за тем дробовиком и ходил. Да. У меня есть... У меня есть пуля дробовика, зажигательные патроны и боеприпасы для дробовика. Спасибо. Ладно. Ладно. Спасибо. Так. И как мне их не внимание? И кто вообще этот один? Тихо. Тише надо сделать. Так. Вот он как раз этот один был. Вот он. Достигните зоны эвакуации. Вон, смотрите, сколько этих парней. Твою мать, походу надо валить оттуда. Просто валить надо. Походу я... А чё, в другой дом надо? Да ладно. Я почему-то показал, что в этот надо. Почему-то. Тихо. Пойду попробую помочь. Больно. Как больно. Не спрячешь свой грех от отца. Тихо. Не дайте врагу уйти. Тихо. Все супер. Вот ты... И чё, просто их можно так валить? Серьезно? Все? По-моему, это все. Ну ладно. Ну типа. Ладно, я сделаю так. Поскидываю их, это они мне как-то мешают. Так, ну ладно, его выброшу. А, нет, его можно выбросить, ребят. Давай, выбрасывайся. А, он наоборот туда обратно идет. Там еще кто-то? Тихо. Там по мне уже стали дробы. Ой, блин. Тихо, 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 тихо. Кто... Давай, он тоже залезет.
Это этот. Это верный. Это верный. Не смотри на меня! А чё? Пусть валяется, ладно. Тихо. Все четко. Даже автик взял. Бля. Даже автик есть, смотрите. Ну давай, что ты валяешься? Как лох. Так. Так. Минус один. Все, двоих сразу завалил. Я просто мастер уже стал автомата. Я уже умею с него стрелять. Все. Я просто уже достаточно хорошо из него стреляю. Из автомата, так что... Мне как-то несложно. С него стрелять. Так, не знаю, что там они делают. Ой-ой-ой, там кто пошел-то, эй! По-моему, это какие-то дробовики. Нет! Это пулеметы! Серьезно? Да ну в жопу! В новом мире нет места для грешника. Дробовики? Я наверх! Прикройте! Тут все полыхает! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Горят они, горят, смотрите. Нет, на нет, тебе! Они склонятся перед нами! Гори, урод! Боже! Пожалеешь, что пришел сюда! Просто жестко вот так вот будет мочить их. Еще один. Просто стоим их и валим. Вот таким вот образом. Сейчас перезаряжусь. Я, по-моему, кого-то пропустил. Да, я пропустил его, блин! Это какой-то випарь, ребята. Меня чуть не завалил какой-то виповский чел. Твою мать! Еще один. Еретик наверху! У тебя нет будущего! Поднимаюсь, прикройте! Хорошо! Тихо. Твою мать! Нельзя отвлекаться вообще. Это вообще с этим, с огнеметом был, алло! Ребят, это огнемет! Это огнемет! Серьезно? Это огнемет, ребята! Мать, меня валят просто жестко. Пошел. Я понял. Грешники недостойны милости. Сейчас замочим их. Сейчас зайдут, наверное, они. Что там идут, что ли, уже? Я лезу наверх, прикройте! Все четко у меня. Только полез все. Канал Супер. Боишься со мной? Что такое было? С ним же просто ждем тупо. Что там такое было, я не знаю, пришло. Я им покажу. Стоп, это что?
Да ладно. Да, серьезно? Это что, донат? Охренеть. Это что, реально донат? Давай тащи канал супер. Вообще. Спасибо. Спасибо, я понял, все. Спасибо. Первый донат. Сразу в топ. Как пойдет. Или уже пошел, я не знаю. Донат. Чел, донат. Не умеешь, донат. Так, давайте выйдем тогда. Оп. Сейчас завалим его. Так, его завалили. Да донат был! Да ладно! Вообще, этот донат... Так, это все, это последний был, по-моему. Я не знаю, что это было. Не знаю, это как-то странно было, ладно. Это кто? Это дом. Так. Еще здесь, по-моему, насколько я помню... Я не знаю. По-моему, здесь кто-то еще был, не? Я кого-то слышал. Да, там кто-то есть. Все. Давай залезем. А как тут залезть? Давайте залезем, давайте. Так. Давно меня не донатили. Опять сделал донат и сразу задонатили. На этот видеоролик, охренеть. Мало, но все же задонатили, да ладно. Так, давайте, где там, в доме там что-то. Давайте дома посмотрим. Так, давайте зайдем, например, в этот дом. Это что? Это динамит? Динамит! Динамит! Это что, в каждом доме что-то есть? Не, вряд ли, я не побегу. Надо бежать на точку эвакуации, будет в следующей миссии тогда. Бежали. Побежали, нифига там остров какой. Смотрите, что я, короче, взял здесь. У меня, значит, есть автомат, у меня есть дробовик, у меня... Кстати, дробовик. С обычными патронами пусть будет. Смотрите, есть какие-то такие патроны, есть такие патроны. То есть охрененный вообще, да? Дробовик мне нравится, ребят. Мне нравится дробовик. Он реально крутой. Смотрите, раз, два. Вообще прикольно, смотрите. Это супер, ребят. Так, еще у меня есть динамит и есть еще эти штуки. Труба с болтами и есть еще бита просто, я не знаю. Побежали. Так, у меня там вход там, по-моему, был. Так. Это все, точно? Прикольная карта, мне понравилась. А, в смысле, это все? Да ладно! Это такая маленькая карта была. Я думал, там дофига чего нового еще будет. Ну да ладно, для этой миссии было все нормально. По-моему, на город немного похоже. Нормально, мне понравилось прохождение, ребят. Потому что там были какие-то... Ну хотя я в одном доме сидел. Ну, да ладно, это прикольно. То есть я перебил шестерых в рукопашную. Раза два точно. Что еще? Как, что вообще? Я убил тех парней, которые были на этом острове. Я убил верных. Их там тоже было, ну, такие... Человек 10 точно было. Ну, в общем... А дальше были какие-то пулеметчики, которые вообще были какие-то... Ну, конечно, их просто было убивать, но все же... Ну, потому что я уже знаю, как их убивать, я знаю. Я уже, потому что долго, достаточно долго играю в Far Cry 5, поэтому я все знаю. Но все же, я затащил, как мне вот донат... Сделали донат, я... Давай тащи, я затащил, все, я прошел. В общем, всем спасибо за просмотр. Я Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.